Как вы, наверное, знаете, на этом канале я устраивал серию из 3 роликов, посвященных повторению звуков из Майнкрафта в реальной жизни. И вы просили создать мне ресурс-пак с этими звуками, но я пошел дальше. Я загрузил этот ресурс-пак в Майнкрафт, позвал своего друга Флозера, который вообще не знает, что звуки заменены. И я даже запихнул туда 3 секретных новых звука. Не говори сейчас еще, это ржачно слышится. И, кстати, если вам нравится мой канал и вы не считаете его каким-то глупым дерьмом, то, пожалуйста, подпишитесь и добьем же 100к до Нового года. А там и первый стрим в честь круглой даты. Приступаем к выживанию. Короче, сегодня я предоставил тебе... Ну, мы просто повыживаем, но с небольшим отличием. Тут звуки, которые я делал в реальной жизни. Да. Угадай, ну... давай, вот первый звук, давай. Походи. Бро, слушай, ну, во-первых, оно с опозданием, я уже прошел, оно почему-то гудит. А почему? Ну это типа комбо. А почему? Ты в комбо завел, это не брак, это не мой брак. Нет! А, все, ладно, понял. Оп, лошадка, держи меня! О, ну слушай, ну дождик, конечно, вот это я помню, пипец, он громкий, очень громкий. Я тебе говорю, это офигенно, это шкварчание масла. Подожди, я... не приручается. Это что было? Это что было? Это что такое? Ты уверен, что это... Это... А кто это? Это курица. Подожди, я должен приручить лошадь. Почему? Почему? Она должна просто меня принять? Да-да-да, ты должен просто на ней сидеть, пока ей не понравится твое сиденье, седалище. Ну смотри, я могу сказать, что дождь больше похож на реальную жизнь, чем майнкрафтовский дождь, по-моему. Вот как будто по асфальту, знаешь, вот такой. Что? Короче, ладно, это первый секретный звук. Ты мало. О! Ну, бро, ну я просто друг человека. Ты гонишь! Ладно, все, бросай лошадь, пойдем дальше. Пойдем в деревню. Там тоже есть интересные звуки. Почему я везде слышу этот рык? Все, выключи погоду, все, погоды больше нет. Иди сюда, Флозер, иди сюда, просто иди сюда. Что? Просто, ну, иди сюда. Мне еще не врубилось. Подожди, это что было? А, вот. Да я не слышу! Я думал, это... Я услышал еще звук зомби. Я думал, это на нем зомби, а это сзади сдох. Я просто иду и слышу сзади. Сейчас. Если он не глуп... Я его не заспавнил, прикол в том. Ладно, пойдем отсюда, пойдем, просто бежим. Такие звуки в пещеру, слышишь, что рык этот лошадиный. И идешь сзади. Так, о, смотри, иди на песок, подожди. Ты должен понять, что я делал тут. А, я вспомнил. Или нет? Ну ты таким, так сказать, маниакальным способом просто затыкивал песок. Ну, да, жалко, нет звука яйца. Что? Это что? Это не мой секретный звук, нет, это не он. Подожди, у тебя есть еще одно яйцо? Второе. Прислушайся, сейчас, где-то тут есть, лава. А я, по-моему, видел лаву где-то, стой. Она там, по-моему. Мне эти припёрдывания уже начинают доставать. Вот, слышишь лаву? Тихо. Что ты ржёшь? Ты присел и... Ну, лакшерно! Гитара. Да, это струна от гитары. Вот, смотри. Ты еще давай скажи, как... Ты еще скажи, какая именно струна? Какая-то нота, да? Это самая верхняя струна. О, ладно. Меня потра сердечко. Ну, с мелодией. О, я придумал. Так, Флозер, короче. Да-да. Не тпшься. Ой. Короче, стой здесь, я хотел для тебя сюрприз устроить. Ну, короче, ты должен выжить, на. Так, ну, короче, тотем бессмертия проверить, да? Да-да-да, тотем бессмертия надо проверить. Короче, прыгай до меня. Ловлю! Давай! Что за касса? Подождите, касса, это охрененный звук. Хрень какая-то, я приземлился. Нет. Так, теперь я, лови меня. Давай, бро, со стороны здесь тоже будет слышно. Лови! Мелкий, давай. Ну, слушай, в видосе это выглядело эпично. Ну, короче, у нас тут сейчас будет такая хорошая атмосферка, но как атмосферка без огонька, прислушайся. Это... О, привет!
То что скелет стреляет, подожди. Ой. Под гитарку, за костром под гитаркой. 3,5 хп, он сейчас убьет. Стой. Ты меня сейчас убил, помоги, дружище. Подожди, нет, костер не ставь. А, я понял. Подожди. Короче, слушай, я уверен. Короче, смотри, ты набрал воды стакан, трубочку и... Ну не трубочку, но засчитаем. А что? Неважно. Давай костер. Костер, вот он. Угадывай, что это? Пупы. Так, все. Факел. Так, смотри. Он тебя не тронет. Ты слышал? Ай! А ты мальчик хрена! У меня голос закончился, подожди. Ну ты слышишь, да? Что это? Угадывай звук, тогда я его убью! Только тогда я его убью! Это... Что? Знаю! Пши! Подожди, дай еще раз. Пшикалкой для носа. Просто пшикалкой для чего-нибудь. Ай! Ты дурак. Это... Кока-кола и... Этот, как пена для бритья. Все, слушай. Это, короче, один это по ванной вот этой вот обдрещенной салфеткой. А второй ты просто ее в кулаке зажал, зажимал. Куки, послать меня на это не подарок. Я сейчас мимо зомбарей пробегаю. Еще и под гитарку пердя свиньи. На. О, даже не пригодится призыв. Ну, я уже могу догадаться, что это просто ножницы ты щелкнул. Сюда! Это идеальный звук, бежит, это наверное, идеально. Самый лучший. Так, подожди. А дальше, это просто my favorite sound. Сейчас. Так, иди сюда. Я тут. Еще не садись. Я уже сел, но я не еду. Ты на счет три. Только ничего не говори, потому что это будет круто. На счет три. Раз, два, три. Есть, ты прикинь, мы в метро. Подожди, а сначала понял звук обычной вагонетки почему-то слышно. Просто я подожди. Думал, не работает, а потом... Чучух есть! Да, все, я здесь постоянно на поездах гонял, поэтому чучух одобряю. О, и сейчас твоего друга оставим... Точнее, твой... Ну, короче, самый мой любимый звук оставим на потом... Звук наковальни. Так, короче, ну, кто-нибудь, на, вот, переназови это, если у тебя есть опыт. А, точно, подожди. О, пригодится, я помню. Опыт есть, смотри, слушай. Как же ты его делал-то, а? Во-первых, сейчас будет этот звук, этот, струны. Ой. Так, подожди, сейчас, когда новый уровень, будет вообще имба. А я понял, вот сейчас понял, когда несколько выпало. Ну? Колокола эти. Так, ну и вроде финальный, подожди, все же мы сделали? Давай. Трава, песок, дождь, тотем, стрела, слайм, паук, зомби, огонь, уровень, крикер, наковальня. Пырдящие свиньи. О, да. Secret sound. Let's do this. Ну, бро, ну я представляю, как ты это мог записать. Это было в ролике. Подожди, это не отрыжка? В смысле? Это отрыжка. А, я думал... Дабл... Так, хорошо. Ну, и мой любимый звук. Иди сюда, иди сюда. Подожди, у меня еще не лает, он там просто дышит. Да. Он у меня там лает или здесь? Я не понимаю. Бро, это здесь. Ну это офигенно. Это офигенно. Ну, что, я добавил филю в Майнкрафт. Тихо. Бро, полай. Офигеть. Ну это заслуживает лайка. Я считаю прям 100%. Свиньи. Ба-ба-ба-ба.
Короче, я готов составлять топ звуков. Давай. Короче, дальше Флозер начал составлять топ звуков, которые ему больше всего понравились. Мне кажется, это вообще вам не интересно от слова совсем. В телеге сразу после выхода этого ролика я выложу отрывок с его топом. И если вам реально это интересно, то поставьте туда какашку. Но мне кажется, вам вообще на это похер. Ну прям... вообще. Наставь 10 тысяч лайков, и будет четвертая часть звуков Майнкрафта в реальной жизни. Позырь эти два видоса, и будет тебе звук слизи.